Добрый вечер гостям Спасской башни. 10-й год на Красной площади у нас проводится фестиваль международный. И в этот юбилейный год для Спасской башни, а для детской Спасской башни тоже юбилейный, 5 лет этой площадки. В этом году на площадке у нас детские коллективы выступают, которые перенимают опыт более старших, уже маститых профессионалов. И сейчас на этой сцене мы приветствуем Golden Jazz Razor, замечательный ансамбль, который исполнит зажигательные композиции. Встречаем! Thank you.
Golden Jazz Weiser. Руководитель Волков Алексей Игоревич. Аплодисменты молодым исполнителям.